Всем привет! В городе Натания в Израиле каждую среду и каждый четверг проходит винтажный рынок прямо в центре города. И по четвергам приезжает сюда продавец, который привозит просто целую гору бижутерии и вываливает все это на столы. Но эта бижутерия приходит вся одним комком. Вся спутанная, перепутанная. Сам покупатель должен найти себе что-то и оплатить 5 шекелей. Это где-то $1.5 каждая вещь, независимо, что найдешь. И приходит очень много людей, как женщин, так и мужчин, которые стоят здесь подолгу, копаются в этой горе, ковыряются и получают от этого удовольствие. Вы не поверите, я сама была там. Очень интересно. Это какой-то как терапия. Во-первых, это мелкая моторика. Ищешь что-то, поворачиваешь, выдергиваешь, рассматриваешь, щупаешь. И создается какое-то сообщество людей на короткое время, на какие-то полчаса, час, что там находишься. Ты слышишь разговоры. Я нашла сережку одну, если кому-то надо. Ой, я такие бусы нашла, ой, броши нашла. Очень-очень интересно. В этот момент, за это время, чувствуешь себя охотником за сокровищами. Надеешься найти что-то такое, но за эти 5 шекелей, которые потом выяснится, что что-то очень ценное и дорогое. А ведь случается, мне попались броши с очень именитыми клеймами. За 5 шекелей с удовольствием порылась. Каждый четверг была в Натании какой-то период, и каждый четверг ходила туда. Это и поиск, это и общение, это и новый материал. Потом сидишь дома и начинаешь гуглить, искать, изучать свою находку. А вещи попадаются, правда, попадаются очень интересные вещи. Меня интересовали больше броши, и попадались мне английские, не помню, фирму с клеймами. Попадались американская, даже брошь попадалась, бусы неплохие. И вот каждый находит со своим пакетиком и закидывает туда находки. Потом я закидывала, а потом в конце думала из того, что нашла, что я беру, что не беру. То, что я решала, что мне все-таки в итоге не подходит, я предлагала другим людям или аккуратно оставляла в стороне. Это действительно интересно. Я надеюсь, в ближайшее время я снова поеду и попытаю снова удачу и что-то интересное там себе нарою. Посмотрите, какие прелестные вещи. Всего 5 шекелей. Море удовольствия. Всего вам хорошего. Пока.